Минобороны ДНР заявляет, что украинские силовики перебрасывают 65 единиц тяжелого вооружения к линии соприкосновения в Донбассе. Разведкой ДНР установлено перемещение через населенный пункт Великая Новоселка в направлении населенного пункта Волноваха 65 единиц вооружения и военной техники, сообщил Донецкому агентству новостей заместитель начальника штаба ополчения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. 1 сентября в Донбассе начался очередной режим прекращения огня, о котором стороны конфликта договорились в ходе заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, прошедшего 26 августа в Минске. Силовая операция против недовольных госпереворотом жителей Донбасса длится больше года. На переговорах 12 февраля были достигнуты договоренности о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений, внесении в Конституцию Украины изменений о децентрализации власти, а также о закреплении особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.